Так, по поводу предательства я сегодня, по-моему, достаточно подробно все рассказал. Слушайте сегодняшний аудиоподкаст и коротенький ролик тоже я сделал. Если будут вопросы, опять же, то вы можете в прямом эфире задать на тему предательства. Я сегодня объяснял, что предательства нет. Ну, точнее, оно как бы есть в виде мысли, в виде какого-то убеждения. А по факту нет. Это просто то же самое привязанность, то же самое очарование, а потом последующее разочарование. Вот и все. И приписывание кому-то или чему-то того, чего там нет. А там нет, ребята, одного. Во всех этих формах, состояниях нет одного. Что? Чего это? Там нет постоянства. Там нет вечного. Это просто иллюзия. Это просто мираж. В этом смысле это пустотное существование. Но то, что буддизм говорит, форма есть пустота, пустота есть форма. Не то, что там пусто, а просто пусто, потому что там нету... Ну, во-первых... Это не самостоятельное что-то, да? Это нечто вторичное. Это как продукт ума. Понимаете? Там нету самодостаточности, там нет основы. Ну и к тому же это не постоянно, это временно. Соответственно, с точки зрения вечности, да? И бесконечности. Это все настолько вот, ну, мизерное, как жизнь человеческая. Друзья, сегодня я назвал тему стрима Радио Сенсей как разборы. Мы можем прямо сейчас, я надену наушники, и у кого-то есть, может быть, какая-то проблемка, какой-то затык в жизни, что-то триггернуло, какой-то вопрос, короче говоря, тяжелый, сложный. И мы можем так вот в прямом эфире покумекать, потолковать. Не обещаю то, что я вам помогу, не гарантирую. Бывают случаи, которые потребуют ни одной встречи, да? Поэтому, ну, если у вас как бы есть настрой и есть... такое намерение разобраться с этим, да, быть честным, таким прямым, открыто все это разобрать, то можно даже и за одну встречу это тоже бывает удается. Так что можете сейчас прямо и обратиться. Я понимаю, что, конечно, вы думаете, так, сейчас я выйду в прямой эфир со своей проблемой, там какой-то буду рассказывать свои интимные подробности из личной жизни, а тут целая толпа сидит и смотрит на нас. Ну, на самом деле, тут небольшая толпа. Все свои, как говорится, все, так сказать, родные ребята, люди, братья и сестры. Поэтому просто вспомните, что все едино, что все одно. Если вы думаете, что вы какие-то уникальные, у вас какая-то уникальная проблема, это не так, друзья. Абсолютно. По сути, каждый персонаж, тело-ум, проживает примерно, как ни крути, одни и те же ситуации. Типичные. Потому что вот эта человеческая жизнь, она, ну, имеет четкое прям... Ну, во-первых, мы знаем среднюю продолжительность жизни. Во-вторых, мы знаем, что есть периоды там младенчества, детства, отрочества, юности, там, зрелого возраста, пожилого возраста и так далее. И даже есть психология возрастная, которая каждый возраст достаточно хорошо изучила, достаточно, ну, понимая, что происходит там, физиология, анатомия, биохимия. То есть все это изучило, как это тело живет в течение жизни в различных возрастах. И женский организм, и мужской изучили. Какие программки раскрываются, активируются, те, которые заложены в геноме там, и так далее. И вот они в каждом, так сказать, возрасте, они такие активируются. О, половое созревание, турум-пум-пум, пошел тестостерон. И человек как зомби, ну, движется в том направлении, куда ему природа подсказывает. А куда? В сторону размножения, конечно. Чего же еще? Причем размножение, вот сейчас мне пришла мысль, оно не только имеется в виду такое в половом, да, там, методом почкования или вот это вот спаривание и так далее, клонирование всего, но и размножение идей, размножение мыслей, размножение разных форм, разных представлений о мире. Такой пестрый-пестрый калейдоскоп получается. Вы обратите внимание, да? Вот те же даже просто возьмем какие-то гендеры, например. Раньше был только он и она. Сейчас уже есть оно, там есть какие-то трансы, есть еще что-то. И это интересно. Это интересно, потому что это каждый раз вот появление какой-то новой формы, оно привлекает наше внимание, да? И мы такие смотрим на это, и здесь хороший урок идет. Жизнь нам подбрасывает какой-то урок. Она подбрасывает нам какой-то яркий такой, разноцветный такой, неожиданный предмет. Цветастенький такой, блестящий. На проверку нашей реакции, конечно. А реакции бывают две. Типа, что-то новое. Это мы не примем. Это разрушение устоев. Это расшатывание духовных скреп. Никогда. Запретить. Уничтожить. Заблокировать.
посадить, растерзать и так далее, и так далее. Это одна реакция – отторжение, отвращение, друзья, да, привязанность. А другая реакция – вау, круто, классно, классно. Типа свободы, больше свободы, еще давайте. Что, по сути, тоже является привязкой. Потому что в это вот «вау, классно» может быть сделано просто на фоне противостояния, на контрасте тем, которые консерваторы, понимаете? А мы либералы, мы за свободу, а вы консерваторы проклятые, вы ничего не понимаете в этой жизни. Хотя они как бы ближе, да? Но, по сути, они там тоже застревают в борьбе за это, вот за идеи какие-то начинают. То есть противоборство начинается. Ну, по сути, если так разобраться, в этом же и заключается жизнь человеческая, да? В этой ее движуха. Вот ее динамика, вот эта пестрая жизнь, когда ты против, я, за, мы там, туда-сюда, футбольные фанаты, спорт и около спорт, политика и около политика, бизнес и около бизнес, семья и около семья и все такое, понимаете? Там, где есть два полюса, две противоположности и наше внимание, которое так туда-сюда мечется, я за белых, я за красных. А я этот самый анархист, батька махнул. Ребят, пардон, сегодня особо я не готовился к эфиру. Видите название такое, разборы. Поэтому никакой темы у меня определенной нету. Тема вся та же. Об одном едином сознании, о Боге. В абсолюте. Поэтому давайте, наверное, перейдем уже к каким-то вопросам. Если есть вопросы, то можем поразбираться с этим. Окей? Есть вопросы? Сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании.